Вот один из вопросов такой. В нем никакого второго дня нету, сразу предупреждаю. Красота вам когда-нибудь мешала в жизни или только помогала? Я имею в виду не в жизни, в быту, а в построении карьеры. Вы знаете, на сегодняшний день, где-то в лет, когда мне было... Я научилась пользоваться ею. Угу. Так. Я заинтригован, да. Когда мне исполнилось, наверное, 20... Ну, не сразу, 25, наверное. Ага. Но опять-таки, красивой женщиной хочется обладать. И у тебя волей-неволей хочется ее заполучить и взять себе. Угу. И... Когда этой женщине невозможно обладать, тогда включаются другие качества. Mm-hmm. Это не то, что я, значит, я сейчас зашла, открыла там первые двери. Первые двери открылись, но с той же скоростью они также моментально закрываются, mm-hmm. когда ты говоришь слово «нет». Mm-hmm. И тогда начинаются вопросы. Но я наоборот, человек, который создал... Я была, знаешь, как я была и в том лагере тоже. Угу. Я была самой некрасивой девочкой в классе. Как так? Я была... Минуточку, вот здесь, вот с этого момента поподробнее. У нас что, какая-то пластика была серьезная? У нас была не пластика, у нас была... Я была училкина дочка. Ну и? И всю свою школу, всю свою... У меня были вот такие волнистые волосы, которые были совершенно непопулярны. Сейчас я их вытягиваю, делаю да. красивые укладки. Но когда я помогла, они у меня вот такие кучерявые. У меня были вечно либо две косички. Так. Все говорили мне, ага, ты училкина дочка, ты рассказываешь все маме. Ага. Значит, со мной нет, никто это не хотел дружить. Это не имеет отношения. У меня никогда не было денег на дорогие вещи. У меня было три вещи, которые я носила всю свою жизнь. У меня были девочки, которые ходили, одевались красиво. Я одевалась в секонд-хендах всю жизнь свою. Это были какие-то супер вещи, которые я отрывала. Денег на одежду не было. Косички были. Выглядела достаточно странно, и не верила в себя точно. То есть Аня была девочка с комплексами у нас, получается? С такими, что не поместились бы в вашу студию. Угу. Но Аня потом работала над собой, прочитала много литературы, распрямила плечи, выпрямила волосы, научилась делать красивые стрелки, рисовать себе. Да, угу. понятно, есть какой-то некий набор данных, я их не отрицаю. Но сказать, что я была, если вы пообщаетесь с моими одноклассниками, вы точно скажете, что я не была популярна. Я никогда не курила в детстве. Там, типа, что все же тогда же... Я жила на райончике таком, на спальном, там, где был автобазар. Мы про Киев сейчас да. говорим. И ага. это было, значит, и самые крутые девчонки были, это те, которые курились, ругались матом. А я ходила в народном ансамбле, танцевала в украинском костюме. Угу. Это было вообще не свэк. Это было антисекс, антисвэк и антипоп, поэтому общаться со мной было вообще не по понятию. Ну вот есть такой термин гиперкомпенсация. Сейчас вы гиперкомпенсировали, значит, в детстве у вас были комплексы, а сейчас вы звезда-звезда, секс-символ, бла-бла-бла и экс-виагра на всю оставшуюся жизнь вам. А знаете, я как к этому отношусь? Я раньше там первое время шла, думала, переживала, что там, как дело там, что быть. А сейчас, вот вы какое учебное заведение закончили? Учебное заведение? Да. Я матфак закончил, педагогическую институт. Вы гордитесь? Нет. У меня выбора не было. У меня документы не взяли в университет, потому что я не был комсомольцем. Но а к чему это? Собственно, закончили вы это учебное заведение? Ну, да. Вот и я тоже закончил. Понятно. У меня прекрасное учебное заведение, которое я закончил. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».